Я сам не понял, как это произошло, но я все это видел, как вы с Сережей. Замолчи! Ты сошел с ума! Слушай меня внимательно. Я не сумасшедший. Плохое начало. Я могу видеть воспоминания людей, которые они оставляют, когда прикасаются к золоту. Да ты меня бесишь! Да! Да! Это старковцы, копари, наши главные конкуренты. Работают на академика Старко. Я не могу сказать тебе информацию. Могу лишь поехать с тобой на место, где ты нашел кольцо, и показать, где искать остальное. Ёпарашюте. Да он сад, что мы его кинем. Мы ищем золотой босс Наполеона. С такое можно и убить. Что-то у вас лицо такое знакомое. А как вас зовут? Тоже ты, сука. Ты что творишь? В смысле? Ты что сама сказала, выкуривать их?